Боже, прошу, хоть бы мой ребенок был от Ягыза. Пожалуйста. Алло? Да, это я. Результаты готовы? Хорошо, я могу прямо сейчас узнать? Почему по телефону не можете сказать, у вас нет таких прав, что ли? А, понимаю, запечатанный конверт вы передаете в руки. Хорошо, я признаю и разрешаю. Откройте, вскройте конверт и скажите мне, пожалуйста, по телефону. Это очень важно, пожалуйста. Мне срочно нужно это узнать, я прошу вас. Хорошо. Хорошо, я скоро буду и сама все получу. Спасибо. Мне нужно идти, Ягыз. Но я даю тебе слово, я вернусь с хорошими новостями. Дверь была заперта, что же я сделаю сейчас? Эйлюль? Что случилось? Ничего не случилось. Ты заснул на этом диване. Ты сделала суп? Да, давно сделала, он уже остыл. Давай, подогрей его и пей. Ну а ты? Я? Да, я тоже покушаю. Хорошо, покушаем вместе. Хорошо. Пойду подогрею и приду. Боже, как же я выйду отсюда? Клянусь, получилось прекрасно. Очевидно же, что этот суп приготовила ты. Соскучился по твоей еде. Приятного аппетита. Я как раз проголодался. Мне от этого полегчало. Ну, Эйлюль? Пока ты не расскажешь мне правду, мы будем здесь. Ты хотел бы о чем-то мне сказать? Ну, не знаю, например, о ребенке. Хотя подожди, я должен был сказать о нашем ребенке. Пожалуйста. Послушай, я ведь сказала тебе. Сказала, что ребенок Курая. Ты не хочешь верить в это и поэтому обманываешь сам себя. Тогда что ты забыла в той клинике? Почему ты сделала ДНК-тест? Раз ты так уверена, что Курая отец ребенка. Нет, все было не совсем так. Мне просто... стало интересно, здоров ли мой ребенок, и в этом дело. Эйлюль, если кто-то тут себя и обманывает, так это ты. Не надо зря стараться. Ладно, верь во что хочешь, мне нужно идти. Пока ты не перестанешь упрямить и не скажешь мне правду, мы будем здесь. Я серьезно. Я тоже серьезно, Эйлюль. Можно мне еще супа? Ягыз. Ладно, хватит упрямиться. Мои родители будут волноваться за меня. Я пойду. Если хочешь сделать доброе дело своим родителям, Эйлюль, скажи им правду. Ты не меня и себя обманываешь. Ты их тоже обманываешь, не забывай об этом.
Я собирался тебе кофе сделать, но очевидно, что тебе нельзя. Возьми. Благодарю. Пей на здоровье. Есть лекарство, которое тебе обязательно нужно принимать? Если есть, ты отпустишь меня? Нет, я попрошу телефон об одолжении. В таком случае лекарств нет, благодарю. Слушай, а разве тебе не нужно в кафешку? Нет, я предупредил их. К тому же здесь у нас дела поважнее, ведь так? Мне нужно узнать правду. Кажется, мы еще будем здесь. Хочешь посмотреть фильм? Кажется, много времени пройдет до того момента, пока ты не сорвешься и не скажешь неправду. Клиника ДНК. Видишь, я говорила тебе, родители волнуются. Я сейчас здесь. Извини, я собиралась сесть с той стороны. Я внезапно потеряла равновесие. Прости, пожалуйста, я вылила. Ладно, ничего страшного. Я сейчас вытру. Пока я не буду точно знать, твой это ребенок или нет, я не смогу сблизиться с тобой. Прости меня, любимый. Эйлюль? Эх, Эйлюль. Здравствуйте, здравствуйте. Мы недавно говорили по телефону, я Эйлюль. Вас тест на ДНК, да? Секундочку. Да, я немного опоздала, простите. Это не проблема. Прошу вас. Можете расписаться здесь. Результат анализа. Вероятность 99%. Прошу вас. Почему ты сбегаешь, Эйлюль? Почему ты пытаешься скрыть от меня правду? Я знаю. Это наш с тобой ребенок. Большое спасибо. Да не за что. Боже, у меня сердце остановится. Я не нахожу себе силы посмотреть. Проходи-ка со мной. Чего ты пытаешься сделать, а? Что ты пытаешься сделать? Ты из меня сумасшедшего хочешь сделать? Да что ты говоришь такое, Курай? Послушай меня, не думай, что перед тобой затупок. Ты думаешь, что я не вижу, что передо мной происходит, но нет. Хватит уже. Пусти мою руку, мне больно. Мне шарфика не дарят. Домой приглашают. Слушай, я твой муж. Заруби на носу. Хватит уже. Отец выслушает. Пусть услышит. Пусть слышит. Отец ребенка в твоем животе, я. Заруби это на носу. Послушай меня и делай вид, будто у нас брак по любви с тобой. Ты насильно завладел мною. Даже если так, что это меняет, а? Что это меняет? Мы потом с тобой поженились. Я никак я не бросил тебя на улице. Послушай, ты не знаешь, кто ребенок в твоем животе, поэтому веди себя подобающе, понятно? Ладно, отойди. Послушай меня.
Отныне я не буду видеть тебя рядом с этим человеком. Я не буду ждать, когда у тебя будет настроение хорошее. Когда я буду звать тебя, ты будешь приходить ко мне, и мы будем настоящей парой. Будем настоящей парой. Когда я буду звать тебя, ты будешь приходить ко мне и держать меня за руку, услышала? А если Курай говорит правду? А если это его ребенок? Что я буду делать в этом случае? Что я буду вдали от Ягыза делать до конца своих дней?